Это Караульная гора, мое любимое место в Красноярске. Отсюда весь город видно как на ладони. Вот, например, Бобровый Лог, центр города, а в той стороне остров Татышев. Но отсюда же открывается главное несовершенство Красноярска, его экология. Например, сегодня, когда в городе не фиксируют сильного загрязнения воздуха, здесь действительно очень красивый вид. Но когда в Красноярске действует режим неблагоприятных метеоусловий и над городом нависает плотная дымка, здесь картина совершенно другая. То, что в Красноярске большие проблемы с экологией, признают все, и сами горожане, общественники и власти. Причем под общим словом «экология» я подразумеваю не только воздух, но и мусор, и транспорт. И пока эти проблемы остаются нерешенными на государственном уровне, есть отдельные красноярцы, которые самостоятельно, без помощи властей, изменили свою жизнь и сделали свой выбор в пользу экологии. Именно о них этот большой репортаж. Конечно, экология, мы тут одни, эту экологию не исправим на весь поселок. Это Жанна Шевелева. Она с мужем и ребенком живет в поселке Емельяново. Как рассказывает Жанна, всю свою жизнь она была городской и жила в квартире. Но 4 года назад ее супруг заявил: переезжаем за город. Тогда же семья решила самостоятельно газифицировать дом. И экологично, и удобно. Но не дешево. Во-первых, оборудование для газификации дома может обойтись в несколько сотен тысяч. По самым скромным меркам, красноярцам придется отдать 350 тысяч рублей – это газгольдер, котел, монтажные работы и нужные документы. Во-вторых, стоимость самого газа. Жанна рассказывает, сейчас тонна топлива стоит около 38 тысяч. Причем на всю зиму одной тонны не хватает. Семья заказывает по 6 тонн на 3 месяца. И с каждым годом цены стремительно растут. 4 года назад, по-моему, было 23. 23-28. А потом вот оно стало расти. Привозной газ, он дорогой. А если бы он был магистральный, то, конечно, это было бы гораздо дешевле. Вот. Потому что вот даже взять тот же самый Крым. Мы ездили туда зимой. Там, конечно, зима не такая лютая, как здесь, но она есть все-таки. И люди также там отапливаются. И когда ты туда прилетаешь, от нас там с аэропорта в аэропорт едешь, там километры ничего не видно, а туда прилетаешь, и там нет такого. То есть там также и квартиры отапливаются, и котельные, то есть работают, но они все на газу работают. И там вот, ну, нет такого, что прям вот жуть. Газификация для жителей Красноярского края уже давно больной вопрос. Сколько раз у жителей региона была надежда на магистральный газ, но пока рассчитывать приходится только на себя. Хотя если бы наши власти поддерживали тех, кто самостоятельно хочет газифицировать дом, то желающих помочь экологии стало бы больше, считает Жанна. Видите, сейчас много людей, они стремятся жить за городом. Вот даже на нашей улице далеко ходить не надо. 4 дома как бы в стадии завершения строительства. Я думаю, если бы государство давало какие-то субсидии или там еще что-то, ну, многие бы стали подключать газовое оборудование. Потому что, ну, во-первых, это, я еще раз говорю, удобно. У нас, получается, помимо отопления еще и газовая плита стоит. Ну, в поселке бывает, свет отключат, и хотя бы то, что имеется в холодильнике, можно на газу подогреть. Да, это экологически чистый, так скажем, продукт. Руль, там печка, кондиционер, спидометр. То есть вот я ее включаю, все, она загрузилась, все, на ней можно ехать. На вид обычный автомобиль, но все не так просто. Перед вами Nissan Leaf, самый популярный экомобиль в России, и его обладатель Константин Орлов. Он купил машину в апреле этого года. Говорит, думал об экомобиле последние полгода. Тогда же начал мониторить сайты по продаже авто. Удачный вариант подвернулся во Владивостоке. Купил, договорился, чтобы машину доставили в Красноярск, и не прогадал, говорит Константин. Из преимуществ абсолютно экологично, быстро нагревается и стоит относительно недорого. Машину с хорошим аккумулятором можно купить за 700 тысяч рублей. Единственное, что нужно привыкнуть, это правый руль, если до этого ездил на левом руле. И нужно все-таки прогнозировать пробег. То есть однозначно эта машина не для спонтанных поездок. То есть у вас может быть разряжена батарея, и вы тут раз и решили съездить куда-нибудь там километров за 50, за 100 от города. Ну, то есть, соответственно, вы должны понимать, что у вас к этому моменту должно быть все заряжено.
А вот с зарядками в Красноярске дела обстоят туго, говорят водители экомобилей. На весь город одна качественная бесплатная станция в Студгородке. Конечно, можно заряжать дома от обычной розетки, но это проще делать тем, кто живет в частном секторе. Остальные заряжают на специальной станции. 60 минут и аккумулятор полный. Я подхожу, открываю крышку. Есть два разъема. Это медленный для обычной розетки, это быстрый для вот таких станций. Беру вот этот пистолет, вставляю сюда, подношу карту, выбираю тот разъем, который мне нужен. Все, можно подключать. Многие сейчас пока против электромобилей, в принципе. Все говорят о том, что да вы что, как можно вообще, там негде заряжать, негде обслуживать и так далее. Нечто подобное было, когда появлялись машины с автоматом, иномарки начали появляться, и люди говорят о том, что ну вы что, как, вот я всю жизнь на «Жигулях» ездил, и ну, как я могу вообще, вот, ну, там, какой автомат обслуживать негде, ничего чинить негде и так далее. То есть, соответственно, я вот должен, ну, вот и карбюратор перебрал, вот она машина. Вот нечто подобное сейчас с электромобилями происходит. Движение электромобилей активно набирает обороты последние 5 лет. Столицей таких инициатив по праву можно назвать Китай. Сейчас там полное изобилие экологического транспорта. В России же продажи электромобилей остаются на достаточно низком уровне. В стране около 13 тысяч экологичных машин, из них лишь 500 в Красноярском крае. И главная проблема, как считает президент Союза электромобилистов Дмитрий Мотора, в инфраструктуре. Пока инфраструктура развита не очень, скажем прямо, потому что это, ну, объективно, это не очень выгодное мероприятие. Рынок электромобилей пока очень мал в нашей стране, и, соответственно, вкладываться в зарядные станции именно бизнесу пока не выгодно. Нужно ждать время. Если вкладываться, то занимать места и ждать, когда это там лет через 10-15 будет окупаться. И тут нужна поддержка государства, безусловно, потому что электромобилей становится все больше, а мы к ним не готовы. И если все мировые производители сейчас начинают делать электромобили, то, соответственно, хотим мы того или не хотим, мы на них пересядем. Весь вопрос времени. Как мы перешли от кнопочных телефонов на смартфоны все, и сейчас кнопочные не купишь, и те возможности, которые дает нам смартфон, они несопоставимы с кнопочным. Точно так же электромобиль дает гораздо большие возможности, и мы все на это пересядем. Вопрос времени. Это же как бы тренд экология, да? И экопродукты могут продаваться под таким логотипом, совсем не экопродукты на самом деле. Там и экоупаковка, которая на самом деле там неперерабатываемая какая-нибудь. Одна из первых ассоциаций, которая возникает при слове «экологичность», это сортировка. Сейчас эти два понятия неразрывно связаны. Именно с сортировки отходов относительно просто начать экологичную жизнь. Это не так затратно, как газификация и электромобили. На первом этапе нужно лишь желание. Таким же желанием помочь планете руководствовался Сергей Кириллов при создании проекта «Я сдаю в переработку». Вести осознанный образ жизни Сергей начал еще задолго до проекта, когда быть экологичным еще не вошло в моду. Потом, говорит, Сергей захотел продвинуть эту идею в массы и помочь красноярцам стать экологичнее, потому что сам вспоминает, насколько трудно было ему. То есть мы просто начали с каких-то базовых вещей, начали собирать контакты людей, которые хотели бы сдавать, которые дома уже что-то начинают копить, сортируют, не знают пока, как это доставить переработчику, вообще не знают, с чего начать, что можно сдавать, что нельзя. Постепенно мы начали с ними общаться, мы нашли первых людей, которые готовы принимать пластик и отправлять его на переработку, и этих людей мы состыковали, то есть, грубо говоря, людей, которые сдают и которые принимают. Наша задача как проекта волонтерского, вот, собственно говоря, в этой состыковке. Если вы давно хотели обновить ванную комнату, то можете считать этот ролик тем самым знаком свыше, потому что сейчас я расскажу вам, как собрать ванную вашей мечты, и поможет мне в этом компания «Водолей». Пойдемте покажу как. Вот именно здесь вы можете подобрать все необходимое для вашей идеальной ванны. Конечно, начать советую с плитки. В магазине представлены самые разные варианты на любой вкус и цвет. Вот, например, такая плитка подойдет для минималистичной, но стильной ванны. А вот такие яркие цвета для любителей поэкспериментировать. Ну и, конечно, основа любой ванной комнаты – это сама ванна. Как видите, выбор здесь разнообразный, от больших до компактных моделей.
А для любителей пошиковать здесь есть вот такие мини-джакузи. Ну и, конечно, кроме самих ванн в магазине, также можно найти популярные сейчас душевые ограждения. Еще один недостающий фрагмент в конструкторе, который называется «Идеальная ванная комната» – это раковина. Для меня, как для девушки, очень важно, чтобы у раковины было побольше места, куда я смогу сложить все необходимые мелочи – зубную пасту и щетку, крема и средства для умывания. И таких моделей здесь предостаточно. Не стоит забывать о технической стороне вопроса. Здесь в ассортименте товары для отопления и водоснабжения, которым нужно подойти со всей серьезностью, как и к внешним атрибутам. Кстати, весь ноябрь в магазинах компании «Водолей» проходит акция «Черный месяц». Это значит, что вы можете купить раковину, плитку, ванную и любую другую сантехнику со скидкой до 50%. Причем с настоящей скидкой, потому что компания не завышает цены перед акцией. Но помните, что количество товаров с максимальной скидкой ограничено, поэтому приходите в магазины компании «Водолей», ищите товары с черным ценником. Либо заходите на сайт водолей.рф и самостоятельно соберите ванну своей мечты. Так, ну а пока вы выбираете, мы еще немножко здесь походим, да, Сереж? Пойдем, пойдем. Проект «Я сдаю в переработку» существует уже 9 лет. Именно столько руководителей и волонтеры сообщества помогают красноярцам становиться экологичнее. Рассказывают о местах, куда можно отнести отходы, и даже сами забирают весь отсортированный мусор в рамках акции «Экотакси». Основной способ общения организаторов проекта и красноярцев – это социальные сети. Но вообще, чтобы узнать, куда можно сдать тот или иной вид отходов, достаточно просто зайти в интернет и набрать в поисковике Recycle Map. Это приложение покажет все пункты сбора, которые есть в городе. Бумага, стекло, пластик, металл, батарейки. На карте вы найдете адреса, телефоны и время работы. Одежду у нас в Красноярске тоже принимают и сдают на переработку. Одна из организаций, которая этим занимается, это проект «Свалка». Вот это место, куда просто люди, которые приносят свои вещи, их должны поставить. Это к вам. То есть получается, что в целом здесь могут быть любые абсолютно предметы, начиная от одежды, обуви, заканчивая там люстрами, лыжами и музыкальными инструментами. То есть если человек хочет, чтобы его одежда была переработана. Вот если он так хочет сделать, то он берет отдельный пакет и кладет туда только одежду без фурнитуры. Вообще же «Свалка» – это достаточно необычное для Красноярска место. Здесь можно найти антикварные вещи для дома, виниловые пластинки, фен времен СССР, тазик детских игрушек и целый бассейн с пуговицами. Причем все это можно купить и по очень демократичным ценам. Такой круговорот вещей в Красноярске дает вторую жизнь, казалось бы, ненужным предметам интерьера. Возможно, сервиз, который стоит у вас дома без надобности, пригодится молодоженам, которые только заехали в новую квартиру. Или гитара, которой вы не пользуетесь уже несколько лет, понадобится начинающему музыканту. Сейчас, как считает Сергей Кириллов, у людей достаточно возможностей, чтобы начать помогать экологии. Нужно лишь фильтровать информацию. Это не так, что ты вот прям совсем потерялся и не знаешь, что делать. В целом информация у тебя есть. Опять-таки, наверное, сейчас больше нужно разобраться человеку в какой-то фейковой информации, потому что потоков – это же как бы тренд экологии, да? И экопродукты могут продаваться под таким логотипом совсем не экопродукты на самом деле. Там и экоупаковка, которая на самом деле там неперерабатываемая какая-нибудь. И какие-нибудь там биоразлагаемые пакеты, которые на самом деле таковыми не являются. То есть сейчас много как бы обмана на эту тему. Тем не менее, отсеять ненужную информацию достаточно сложно, особенно тем, кто ничего не понимает в вопросах экологичности. И Жанна, и Константин, и Сергей, когда начинали свой путь, делали это без какой-либо поддержки от властей. Причем самое печальное, что государство должно поощрять инициативы горожан, которые хотят сделать свою территорию чище. Но на деле люди сталкиваются с полным отсутствием обратной связи, нехваткой инфраструктуры и завышенными ценами. Председатель Красноярского регионального отделения партии «Зеленые» Сергей Шахматов говорит: пропаганда экологии должна быть качественной не только в крупных городах, но и в регионах. К сожалению, в Красноярске до последнего момента, там фактически чуть ли не до прошлого года, собственно говоря, сдать-то отдельно всю эту тему, связанную с переработкой, я уже не говорю там про обычный, там мокрый органический мусор, было достаточно проблематично. Ну, то есть, конечно, можно там собирать отдельно батарейки, там собирать отдельно сгоревшие, перегоревшие лампочки, да, есть там точки и места, где можно это все сдать.
А вот чтобы в ежедневном формате можно было спокойно выйти из дома и положить отсортированный мусор, который точно может пойти в переработку, тот же самый пластик, ПЭТ, бумага, картон, там, алюминиевые жестяные банки или элементарно стеклянные бутылки, это нужно специально куда-то ехать, что-то искать, куда-то кому-то сдавать. У государства какого-то заказа на информирование, на информационную, условно, работу в этом направлении, по большому счету, нет, к сожалению. Ведомство, которое должно поддерживать экологическую деятельность жителей нашего региона и информировать их о разных способах, как вести осознанный образ жизни, это Министерство экологии и рационального природопользования. Сами горожане рассказывают, что не видят помощи от этого органа, однако в министерстве отвечают, что стараются поддерживать экологическую культуру и развивать навыки в области охраны окружающей среды с помощью грантов, экологических олимпиад и не только. Начиная с 2020 года министерство предоставляет некоммерческим организациям гранты на реализацию мероприятий в области охраны окружающей среды. Ежегодно в рамках отраслевой государственной программы «Охрана окружающей среды. Воспроизводство природных ресурсов» на эти цели выделяется 10 миллионов рублей. Министерство уделяет серьезное внимание развитию общественного экологического движения и общественного контроля. С 2018 года ведомство ведет работу по укреплению школы общественных экологических инспекторов. В вопросах информирования населения в области обращения с твердыми коммунальными отходами министерство тесно сотрудничает с региональными операторами. Жителей края информируют о правилах и порядке раздельного сбора мусора, для школьников проводят экологические акции и уроки с наглядной агитацией по правильному обращению с отходами. Звучит все, конечно, красиво, но, как показывает практика, эта система ни в Красноярском крае, ни в России в целом не работает. Зато отлаженный механизм осознанного образа жизни уже давно действует в Европе. Здесь все так просто, только вот стоит заинтересоваться, сразу же появляется столько путей, как можно разобраться с этим и быть более экологичным. А это Алина Терина. Она родилась и выросла в Красноярске, но после окончания школы решила переезжать в Чехию. Сейчас Алина учится на эколога и ведет осознанный образ жизни, но уже в Праге. Этот город Алина называет маленьким и говорит, что практически каждый здесь сортирует мусор и сдает отходы на переработку в баки, которые есть на каждом шагу. В качестве транспорта в Праге используют или электромобили, или велосипеды. В школах с детьми на тему экологии разговаривают учителя, а на государственных сайтах есть вся нужная информация для тех, кто хочет вести экологичный образ жизни. Звучит как сказка, правда? Но Лена уверяет, 4 года назад ей не составило труда сделать выбор в пользу экологии. Когда я начинала, первое, что я сделала, просто в Гугле ввела на чешском языке, где я могу сдать на переработку. Сразу высвечиваются первые несколько сайтов. Первый – это сайт, как я уже сообщила, про мусорки, где сдают железные банки, где сдают алюминиевые, пластиковые, бумажные продукты, потом, где можно сдать одежду, очень-очень много больших таких тоже мусорок, я бы сказала, даже не мусорок, а банок, где собирают вещи, и потом их хорошие вещи, уже постиранные вами, их отвозят в детдомы или в организации, которые требуют вот эти вещи. Или, допустим, можно покупать косметические продукты, ходить в наш, допустим, аналог Эльсити, ваш аналог Эльсити. И если у вас закончилась бутыль шампуня, можно налить в него такой же шампунь, но это будет вам стоить гораздо дешевле, и получается, вы уже переиспользуете эту баночку шампуня. Эксперты говорят, что в плане экологии сравнивать Европу и Россию бессмысленно. По разным подсчетам, мы отстаем от них примерно на 30 лет. Общественник Игорь Шпект сделал немало для красноярской экологии. Создал систему мониторинга воздуха в городе, сейчас работает над проектом датчиков, с помощью которых можно будет детальнее изучить очаги загрязнения атмосферы. Тем не менее, Игорь считает, что если некоторые страны уже совершили экологическую революцию, то мы еще не дошли даже до начального этапа. Вот если бы вы спросили, на каком уровне мы находимся там в плане жизни, уровня жизни там от какого-нибудь Зимбабве, людей, которые живут под открытым небом и питаются тем, что успели добежать и убить, то это, наверное, примерно тот же уровень. То есть Европа на данный момент в плане перехода на зеленую энергетику, в плане перехода на осознанное потребление и вообще в принципе на то, как их жизнедеятельность отражается на природе, она слишком далеко от того, что у нас сейчас.
Российские экологи говорят, во многом корень зла кроется в сокрытии данных. У нас в стране обычному человеку практически невозможно получить доступ к экологической информации. Складывается ощущение, что окружающая среда – это частная собственность. Но это не так. К сожалению, чтобы решить проблему с экологией, одной инициативы недостаточно. Государство и люди должны работать в тандеме. Со стороны власти это должны быть законы и информирование. От россиян нужна заинтересованность, считает руководитель климатического проекта Greenpeace Василий Яблоков. Работать нужно и на уровне законов, действительно. И на самом деле на уровне законов, вот опять-таки есть это иерархия обращения с отходами, есть закон об отходах, то есть вроде бы как нормативные базы есть. Но есть как бы проблемы с бизнесом, потому что отчасти упаковка – это тоже чей-то бизнес. От людей тут тоже очень много зависит на самом деле. То есть люди создают спрос. То есть, конечно, если там это будет 5 человек на протяжении длительного времени, то, конечно, ситуацию они кардинальным образом не изменят. Но эти 5 человек могут рассказать условно каждый еще 5 людям и так далее. И, собственно, тогда спрос будет более массовым, тогда начнет меняться и бизнес, тогда будет меняться и, собственно, власть. И как это и стало происходить условно с раздельным сбором отходов. Просто это такая начальная точка, и нужно идти дальше. Когда речь заходит о спасении всего мира, первым делом на ум приходят какие-то глобальные проекты по предотвращению климатической катастрофы, защите исчезающих видов животных и регулированию выбросов в воздух. Звучит серьезно, не так ли? Но на самом деле все гораздо проще. Не нужно думать о защите всего мира. Уделите внимание месту, где вы родились. Ведь чтобы помочь экологии, от вас не требует больших денег, достаточно желания. Это доказали герои большого репортажа. И, возможно, именно у вас получится включить экологичный режим в Красноярске.